Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Redmi Watch 5 Active. И сейчас я покажу вам, как отключить данные часы от Android-устройства. Мы открываем приложение Mi Fitness, далее выбираем устройство. И здесь мы нажимаем, проходим вниз, выбираем еще, по-моему, и нажимаем «Отключить». Нажимаем «Продолжить». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.